Наконец-то я на рыбалке, на озере, в надежде поймать что-нибудь хотя бы. Днем жара у нас стоит где-то 45-50 градусов. Вообще такой жары я что-то как-то даже припомнить не могу, что в июне было так жарко. Ну вот, в общем, наконец-то я выбрался. С утра вот на рыбалку. Сейчас жары пока не чувствуется, но днем вообще мы уже так на протяжении, ну, где-то недели стоит невыносимая просто жара, невыносимая. Он закинул удочки, ловлю сегодня и на перловку, и на манку, и на червя, и на опарыша, в общем, на все буду ловить, стараться. Ну, пока не клюет, можно и так сказать. Поклевок не было вообще никаких, пока я вот не начал насаживать вот эту пышку со вкусом топленого масла, топленого молока. Вообще поклевок не было. Сейчас по чуть поклевки пошли. Ну, тоже не сильные, но все-таки они есть. Карась, конечно, не ахти какой большой, но клюет. Так вот. Клюет на пышку в основном. Ну, вот эту гороховую с топленым молоком. Спустя 2 часа поймал еще одного карася. Ну, это, конечно, ужас. Очень тяжело его подсечь на эту пышку. Ну, все-таки поймался. Поклевывает, но очень слабо. И очень хитро. Несчастная пышка слетает только так. Ой, поймал я сегодня 3 мелких карасиков. Больше ничего. Вымучил я его. Поймался на донку, на червя карась. Опять же, прикормка пышка была. Прям ловиться начали. Уже что-то. Хорошо. Мелковат, конечно, карасик, но зато ловится. Да и в жарке они очень даже неплохие, если их хорошо пожарить. Ну что ж, продолжим. Клюет исключительно на, ну, практически все время на вот на эту гороховую кашу со вкусом топленого молока. Гороховая пышка со вкусом топленого молока. Вот так она вот выглядит. Ну, очень он ее легко сбивает. Ну, иногда клюет на червя, но гораздо реже. В основном вот на эту штуку. Пышка для ловли карповых. Стоило немножко поменять тактику, как начали они клевать. Ну, конечно, мелкие, ужас. Но все равно приятно. Да, карась, конечно, размерами не отличается. Да и жара уже наступает. Прям такая серьезная. Время без 20-10. А градусов уже все 30, я думаю. Может быть, даже и больше. Но все равно осваиваю потихоньку озеро. Новый для себя водоем. Интересные местечки. Ну и карасик иногда поклевывает. Правда, очень мелкий. Судя по тому, насколько вот стоит вот этот штырь, увидите, насколько уменьшилось озеро. Скорее всего,
всего, здесь раньше лодки цепляли. Ну, оно усохло прям конкретно. Я так понимаю. И вон тоже штырь для лодок. Да, глубина тут, конечно, меньше стала. Поэтому и карась такой мелкий. Не, ну может быть он есть крупный, но не хочет клевать. В основном мелочь. В общем, в следующий раз на Дон я поеду. Надоели мне все эти озера. Надо на Дон ехать. Там лучше.